Красиво тут, а? Я сюда часто приходил до того. А до чего? Вы сказали, часто приходил сюда до того, до чего? До того... Да ни до чего. Вы позволите личный вопрос, лейтенант? Вы все любите личные вопросы, или ты один такой, уникальный? Я видел фото ребенка в кухне на столе. Это ваш сын, да? Да. Его звали Коул. Расследование застряло в мертвой точке. У девиантов ничего общего. Это разные модели, произведены в разное время, в разных местах. Ну, должна же быть связь. Есть кое-что общее. Они все говорят про РА-9. У них это как будто миф. Изобретенное понятие, не существовавшее в программе. Андроиды придумали себе бога. Долбануться, вот мы дожили-то. Вы чем-то обеспокоены, лейтенант? Это связано с тем, что случилось в клубе «Рай»? Эти девчонки просто хотели быть вместе. Они прямо были влюблены. У вас мрачный вид. Неужели инцидент вас настолько затронул? Ну а сам-то ты, Конор. Ты у нас вроде на вид человек, а на самом-то деле что? Вы точно знаете, кто я и что. И я не понимаю, какое отношение это имеет к расследованию. Ничего у тебя не ёкнуло, когда она себя убила? Или тебе, как всегда, на все посрать, а? Разумеется, я не испытывал эмоций. Я машина. Машины ничего не чувствуют. А я вот тебя убью, и ты потом снова явишься, как ни в чем не бывало. Но ты же боишься смерти, Конор. Этого делать не стоит. Мое уничтожение плохо отразится на расследовании, а также на вашей личной и финансовой ситуации. Что будет, если я спущу курок? Ничего? Пустота? Рай для роботов? Вряд ли у андроидов есть рай. Экзистенциальные сомнения, Конор. А ты не превращаешься в девианта? Я регулярно себя тестирую. И точно знаю, кто я такой. Куда вы идете? Пить дальше. Мне надо подумать. Thank you.